На сегодня в нашей 3-миллионной республике около 5000 детей, оставшихся без попечения родителей. Общественная организация «Дагестан без сирот» вот уже 10-й год оказывает поддержку воспитанникам детских домов. Ими уже и был организован форум опекунов и приемных родителей, который вот уже второй раз проходит в Махачкале. Подробности мероприятия в сюжете Патимат Ханаповой. Слова благодарности сегодня звучат в адрес тех, кто осознанно стал опекуном. Людей с добрыми сердцами оказалось немало. Благодаря им около 400 детей приобрели себе семью. Валентина Ифендиева, жительница Лакского района, приютила 4 круглых сирот, при том, что имеет 3 своих детей. Они остались после смерти мамы, папы, можно сказать. Были маленькие, самые младшие, 5 лет еще не было. И когда старшие братья сказали, мол, детей распределим, там кого-то интернат, кого-то там кадетскую школу, там 2 пацана, 2 девочки было, я сказала нет. Эти детей, я не хочу их там распределять, отделять друг от друга, и они будут вместе расти. Более 130 сирот в республике находятся в детских домах. Самая большая мечта, делится руководитель проекта «Дагестан без сирот», чтобы их количество сократилось до минимума, а пока они есть, оказать им максимальную помощь и поддержку. Привлечь внимание государства, семьям, которые взяли на воспитание детей, и не только государственных структур, и общественности, и дать им возможность, нашим опекунам, усыновителям, побольше взять еще детей, которые у нас еще остались, и что дать понять, что есть такие же общественные организации, как мы тоже, которые готовы помочь. Участие в форуме приняли более 100 человек из разных уголков республики. На встрече обсуждались самые актуальные вопросы опекунства и сиротства. Среди них – защита личных и имущественных прав детей. Говорили о новых льготах и проблемах, с которыми сталкиваются опекуны. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.